Всем привет, ребят! Всем здорово! Ну а мы будем веселиться. У нас подарки. Я закупился тут немножко, и поэтому сейчас буду открывать. Ну, как бы вот, ну надо иногда хотя бы ночью поиграться. Ну, днем доктор не заходит, пару раз там что-то нажал, и все, короче, не играется, экспедиции забил. Ну, ай, блин, надо еще экспедиции походить. Ночью их нету, вот обидно-то где. Ладно, подвезли к нам призульки, а призульки у нас в этот раз ширики. Итак, ширики модули, многие прокачали его на прошлом году. Эх, я не покачал. Итак, что у нас есть? У нас есть расширитель. А расширитель у нас 7-й. К сожалению, он плохо, отвратительно, гадко падает. Ну, ничего страшного. Мы это исправим. Итак, у нас 200 мелких подарков. В общем, я не знал, что покупать, поэтому набрал мелких подарков. Вот и будем ржать. Открывать буду по 10, потому что... Вот, ну, хочу так пооткрывать по 10. Так что давайте будем за меня болеть. Ну, модулей нету, короче. Итак, сразу же закончили задание по звездам. Отлично. Будет еще задание по звездам? Или нет? Там... Продать? Нет. А по звездам что-нибудь будет? Такое вот. Типа 500 звезд. Вот, отлично. И 10 подарков сразу. Ни одного модуля. 20 подарков. Ни одного модуля. Оу, отлично. Риг 9. И еще. Итак, сколько подарков? И подарков уже 40. 40 подарков и нету ничего. Отлично. Лазерный прицел плюс 1 сразу же. Лазерный прицел плюс 2. Окислитель первый. Квантовый генератор. Фотонный протектор. Модули, короче, все. По одному, по крайней мере, упали. Ну и 200 подарков у нас закончились. А еще чип выпал. Выпал чип. Это я тупанул. О, первый раз, кстати, за все время выпало так, что два подарка прям. Не нельзя, чтобы чипователь падал, а он падает. И уже 9-й чипователь. Ну все, короче, я профукал свое счастье. Профукал свое счастье. Надо было подарки оставить, блин, на последнюю акцию. Что-то я тупанул. Так, окислитель. И продолжаем. Кстати, сейчас 10-й 100% выпадет чипователь. И открыть еще 10. Да, докупи еще один подарок. Да, докупи. Ну что ж. Дроп Фуфляндия. Пум-пум-пум. Расширитель, короче, как не падал, так и не падает. У кого-то что-то где-то у меня заговоренный он. Расширитель это не про меня. Это не про мной. Ту-ту-ту-ту. Да, круто. Ну что ж, ну так, короче, вот так вот выпало. Печально, отвратительно. Четвертый прицел, квантовый второй, окислитель первый. Ну вот, примерно так, зато прицел четвертый. Прицел четвертый, но расширитель не падает. Итак, 200 подарков, 210 подарков примерно, где-то так. 15 средних, 7 больших, в общем, печаль. В общем, печаль, ну и пофиг. Короче, ну вот не падает. Ну не падает, значит так надо. Это такая задумка. Разработчики знают, что делать. Вы же всегда знаете, что делают разработчики. Ладно. Всем пока. Ну вот как-то вот так. Ну, дроп сразу скажу отправить. Уже многие пожаловались, что он не падает. Но он никогда не падал, ребята, вообще никогда. Так что что вы возмущаетесь, если что-то? Он не падал. Никогда. Пока. Пока.